Собаки множество веков следуют за человеком. Они являются одними из самых преданных животных, которые не оставляют в самые сложные времена. Многие люди очень ценят это, поэтому стараются помогать бездомным животным. Так, женщина из Китая не смогла оставить хаски в беде. Жительница китайского Аньхоя однажды ехала на работу, когда за ней увязалась бездомная собака породы хаски. Он выглядел неухоженным, в некоторых местах у него не было шерсти, и были видны раны. Возможно, предыдущий владелец этого бедного хаски умер, а может быть, его просто выбросили, но это не имеет значения, потому что, в конце концов, он оказался на улице. Собака приставала к людям, но они избегали ее. Однако женщина не прогнала собаку, и собака бежала за ней всю дорогу до работы. Затем пес долго ждал за дверью. На следующий день лохматый друг снова появился возле офиса. Женщина решила спасти бедного пса. Сначала она накормила его, а затем отвела к ветеринару. Врач назначил лечение и порекомендовал сбрить всю его шерсть. Это было необходимо для начала обработки животного. Пока новый друг находился в лечебнице, женщина навещала его. Она пока не могла забрать своего питомца, поэтому он жил на улице. Она навещала его каждый день. Когда у него немного отросла шерсть, женщина забрала пса домой. После выздоровления хаски трудно узнать, он стал очаровательной и привлекательной собакой. Страшная жизнь осталась в прошлом, поэтому пес теперь может радоваться обретению дома. Хочется надеяться, что многие бездомные животные тоже смогут найти своих хозяев. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.